Собираются красиво продолжить украшать грядку. Здесь уже ее украсили наши коты. Саса, Саса, Саса. Котик, 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 котик. Вот, пожалуйте вам, котик. Вот интересно. Такой. Кому интересно такой мужчина? Вот такой вот котик. А вот кошечка. Вот сейчас вот этот весь угол засадят всякими, привсякими семенами. В этом году холодный очень был май, поэтому только сейчас мы все облагораживаем. Мы даже не могли раньше приехать из-за холода. Какая красота. Роман. Наши главные сажатели. Это у нас Стас. Кузу надо сажать. О, смотри, сколько у нас семян. Это бабушка наша. Молодая девушка, точнее. Вот. Вот сейчас разбирают и будут все это сажать. Просто здесь можно засадить наш 5 гектар, по-моему, этими семенами. А не только тот кусочек. Кузу будем сажать. Ну, там, да. По-моему, 60 дней уже. Ну, потом посмотрим. 60 дней получится. Давай сюда, я уже. Так. Нет, вот так вот у нас значит, все. Где горох, он же высокий. Ози, так кто здесь? Тоже сажать пойдешь? Ага. А мы сидим вот без интернета, отдыхаем. Вот так вот мы отдыхаем все. Всем привет. Когда будет интернет, выложим все это видео. Ура! Настоящий отдых.